Друзья мои, мы находимся с вами в Ростове-Великом Ярославском, на берегу озера Нера. Город расположен. О городе я вам расскажу попозже. А сейчас я вам должен сказать, что в прошлый раз у нас темой была Черногория, и визитной карточкой Черногории был Вранец. На этот раз у нас темой, ну, помимо, конечно, писания картинки, будет медовуха, потому что визитной карточкой Ростова, конечно же, является медовуха. А медовухи тоже, вернее, это более точное старое название — мед питный. Об этом я расскажу вам в процессе писания двора, поскольку, ну, вам будет скучно смотреть просто, как покрывается красками этот двор, эта бумага, да. Я вам параллельно расскажу об этом. Когда мы выйдем из гостиницы, то она находится в самом центре между Кремлем и озером. И сейчас прекрасное солнечное утро, как раз то, что нам нужно, и, слава богу, вроде бы нет ветра. В такое утро я встал пораньше, чтобы вам показать этот город. Сначала маленькая прогулка по городу с небольшим рассказом. Я не экскурсовод, не историк, но, тем не менее, что-то я вам поведаю, безусловно. А потом нам, опять же, утром надо успеть сделать наш этюд, поскольку именно в утреннем освещении он наиболее хорош. Дворик находится на улице Подозерка, дом 21. Сейчас я нашел в Ростове таких три достойных двора. Это мой любимый дворик номер один, как я его называю. Я его еще раз изображу в очередной раз. Вот. Но медовуха была куплена в кафе Алеша Попович. Это наиболее раскрученное, наиболее популярное кафе, и совершенно не случайно любимые туристами, поскольку, во-первых, конечно, доступные цены. Во-вторых, кафе состоит из маленького уютного помещения закрытого и обширной веранды. Я выбираю, конечно, веранду, сажусь за столом. Кафе оформлено в русском, ну, там, псевдорусском стиле. Вы можете померить кольчугу при желании, прочие доспехи. Я как-то это не делал никогда. Подаются, помимо, ну, каких-то европейских салатов, безусловно, прежде всего блюда из русской традиционной кухни. Из первых блюд это, конечно, я беру борщ, солянку, окрошку из старых блюд. Ну, рыбные супы есть из рыбы, выловленной в озере Нера. Из старых блюд это всякие курники, всевозможные жаркие, очень хороши пельмешки, пельмешки самолепные, боярские, вот я Алешкины пельмешки люблю, блинчики с разнообразной напиткой, начинкой. И, конечно, напитки – это сбитни, квас, очень хороший местный квас, и ими изготавливаемая медовуха двух видов, более и менее крепкая, откуда я взял, принес. И, во-вторых, почему еще я объявил этот напиток напитком этого дня, поскольку я буду писать на медовухе в качестве присадки. Ну, как известно, я пишу, можно писать на гуме-арабике, на сладкой воде, на том же меду, на пиве. Вот я попробую на медовухе, я уверен, что получится очень-очень хорошо. Что можно купить в Ростове, чем это интересно? Есть такой небольшой рыночек, он рядом с архиерейским подворьем, такой квадратный в плане. Там продаются изделия из льна, из дерева, из бересты, из металла, всевозможные колокольчики, магнитики. И в том числе есть чудесная лавочка, где я каждый год у хозяйки покупаю какие-то кувшины, плошки, миски и кружки. Поэтому пить мы будем сегодня не из стекла вечером, а именно из глиняной местной кружки, которую купил в этот раз. И, кроме этого, за забором находится такой, внизу это кафе, которое раньше называлось «Еще парочку», сейчас оно называется «Веселый кабанчик», я его тоже раньше очень любил. А на втором этаже находится магазин «Антиквариат», где хозяин Глеб, я у него покупаю всевозможные ключи, амбарные, дверные, комодные, подсвечники каждый раз, вот в этом году этот купил.
я люблю эти вещи. Ну, конечно, керамику, безусловно, там полный набор всего и вся, иконы. Вот эту Братину я приобрел у него симпатичную, но пить из Братины, опять-таки, не будем, поскольку она требует большой компании, а будем пить, я буду пить из кружки. Кроме того, еще есть одно место, это около Спаса Яковлевского монастыря. Там небольшой рыночек, но та же самая и сувенирная продукция. Кроме того, там продается изумительная рыба, выловленная местными рыбаками в озере Нера. Вяленая и особенно хороша копченая рыба. И они же продают чудесные малосольные огурчики. Так что сейчас мы с вами отправимся в путь. Сначала я, повторяю, проведу небольшую экскурсию по городу. Потом напишем этюд. И вечером уже мы приступим к питью. Я попробую, какова медовуха в этот раз. И сейчас возьму с собой одну бутылку для присадки. Всего доброго. То, вернее, не всего доброго. Конечно, вы пойдете, надеюсь, со мной вместе. Итак, мы покинули нашу чудесную гостиницу, вышли посмотреть город. Я вам расскажу несколько общих каких-то слов, общих понятий дам по поводу этого чудесного-чудесного городка. На данный момент это районный центр Ярославской области, административный центр Ростовского района. Он расположен в 53 километрах от Ярославля. Как я говорил, на берегу огромного озера Нера. Площадь города составляет всего 32 квадратных километра. А население, вы будете долго смеяться, около 32, что ли, тысяч, где-то так. Вот. Это один из... то есть он даже сейчас не город, на самом деле, Ростов Великий, который древнее Москвы, он город, поселок городского типа. Вот. А на самом деле это один из древнейших городов России. Официальное летоисчисление ведет от 862 года. Вот. На территории Ростова куча памятников культуры, что-то 326, что ли. Причем там есть и памятники федерального значения. Вот. Название города традиционно связывается со славянским именем Рост. Ну, вот сравните там Ростислав, от которого с помощью суффикса «ов» образовано притяжательное прилагательное. Вот. Он упоминается в повести временных лет, вот как раз 862 года. В нем говорится как о городе, которым владел Рюрик, и где первые поселенники принадлежали к племени Меря. То есть здесь жили вот славяне племени Меря. Согласно данным археологии, старинное большое царское городище – это первое укрепленное поселение на озере Нера, возникло Мере в VII веке и долгое время было мирянским племенным центром. Кстати, тот дворик, на который мы будем писать, это как раз зона поселения этого племени, первого поселения на территории города. Ну, здесь была река Пижерма засыпанная, вот они как раз в этом месте селились. О времени возникновения, собственно, Ростова существуют различные гипотезы. Ну, вот одни считают, что возникновение в дославянскую эпоху еще, а другие, вот перенос с языческого царского городища и с сохранением названия Ростов в X веке. Ну, в общем, тут все как-то достаточно сложно. В IX-XI веках, в эпоху перехода к достаточно сильной княжеской власти, различные удельные князья достаточно часто основывали свои опорные пункты. Погосты, станы, сначала небольшие, не внутри населенного центра, иногда крупного, а рядом с ним, в ближайшем удобном для обороны месте.
И одновременно, конечно же, у воды на расстоянии от нескольких до 15 километров. А вот согласно летописи 9 века, Ростов вместе со всеми владениями племени мирян был присоединен к государству Рюрика со столицей в Ладоге. В походе князя Олега на Царьград ростовцы участвовали в качестве союзников. Со второй половины XI века Ростов – один из главных городов Ростова-Суздальского княжества, территории, ставшей основой современной России. Вплоть до XII века Ростов разделялся на два конца – чудский мирянский с языческим капищем и русский с христианской церковью. Два народа неплохо уживались между собой. В случае какой-либо угрозы вместе собирали ополчение. Так, значит, ну где-то в 1160 году на месте сгоревшего деревянного Успенского собора, построенного еще в 991, по-моему, да, святым Федором, была начата постройка белокаменного здания, которое было разрушено пожаром 2004 года. Итак, друзья мои, пока я пишу работу, я вам параллельно, как обещал, расскажу немножко о медовухе, об ее истории. На самом деле это очень интересно. Так что же такое медовуха? Если отвечать вот на этот поставленный вопрос кратко и по существу, то это, в общем, не что иное, как медовая брага. Один из таких древнейших, вкуснейших и полезнейших алкогольных напитков, изобретенных человечеством в целом. Да? Как правило, медовуха имеет крепость, колеблющаяся в диапазоне где-то от 1 до 16 градусов. А вот нижняя градусная планка присуща безалкогольной разновидности этого напитка, а верхнюю занимает ядреная такая крепкая медовуха. Вот при этом интересно, что медовуха набирает градусы как за счет длительности срока выдержки и увеличение содержания в ней чистого меда, так и благодаря различным ингредиентам, способствующим вот, усилению процесса брожения. Вот на сегодняшний день классической считается медовуха, состав которой включает в себя значит, мед, дрожжи, родниковую либо артезианскую воду и в ряде случаев сахар. Но так было далеко не всегда. Медовый алкоголь был известен многим ранним индоевропейским сообществам, а также некоторым неиндоевропейским протоэтносам. Например, предкам современных эфиопов. Как минимум, он известен со времен позднего неолита. В раннем средневековье напиток распространился по всей Европе, от британских островов до Уральского хребта. Не стали исключением и земли, населенные восточными славянами нашими. Здесь испокон веков употребляли медовый напиток, получивший вполне логичное и ожидаемое название. Вот это мед питный, как я говорил. Готовился он путем так называемого ставления, то есть выдерживания в закрытых дубовых бочках водно-медового раствора, в который и добавлялись различные красные ягоды. Ну, как правило, это вишня, малина, либо земляника. Последние как раз вот эти ягоды и отвечали за процесс сбраживания. Собственно, это была медовуха из забродившего меда без использования, что важно, дрожжей. Срок выдержки такого напитка
мог колебаться от, от ну, где-то 5-20 лет до 60 и более. Ясное дело, что при такой чрезмерной длительности приготовления древнерусский мед не мог использоваться в качестве повседневного напитка. До крещения Руси его употребление носило ярко выраженный ритуальный характер. Вот легкий сладкий нектар, приготовленный из целебного меда, приносимого, по мнению наших предков, крылатыми пчелами из небесных медовых рек. Он должен был помочь установлению сакральной связи человека с запредельными мирами богов и умерших. Соответственно, питьем вот этой медовой браги сопровождались такие знаковые события в жизни, ну, того или иного рода, ну, как религиозные празднества, заключение браков, рождение новых членов общины. Начиная с XI века, связанный с языческими ритуалами напиток постепенно утрачивал свою прежнюю значимость. Массовое производство более дешевого пива, распространение более изысканного вина и, наконец, появление гораздо более крепкой, любимой нашим народом водки привели к тому, что к концу 16-го, началу 17 века мед питный окончательно ушел в предание. Не смогли спасти напиток от забвения даже внедренная в начале второго тысячелетия практика медоварения, позволявшая ускорить производство его в десятки раз. И вот эти суровые экономические реалии, которые, значит, возникли, умноженные на борьбу с языческими пережитками, постепенно, но неуклонно превратили сакральный славянский напиток уже, увы, в достояние истории. Вот в двух словах примерная история этого чудесного напитка, связывающего нас с тонким планом. Но в конце, вернувшись домой, я вам в двух словах расскажу оставшееся. В принципе, я уже практически все вам рассказал. Вот. А сейчас мы продолжим писание нашей акварели. Заметьте, как я упоминал уже, в качестве присадки я использую медовуху, и она оказалась действительно замечательной за счет меда и сахара, то есть сладости, которые находятся в ней, и они делают медовуху более, в смысле присадку, жидкость, на которой пишется акварель, более густой, да, это немножко увеличивает мазочность, разумеется, но с другой стороны, поскольку я использую в данном случае арш, который не так уж сильно проклеен, да, и он сильно тянет в себя, это в общем, можно и по мокрому писать свободно, течет краска, как ей положено течь, но в архитектуре это вполне даже улучшает положение, поскольку нам не нужно, чтобы она сильно растекалась, хотя, ну, я пишу, как всегда, от куска, но должен вам сказать, что конечно, я вам покажу только сокращенный вариант этого написания. Если вас заинтересует полный вариант, тогда в этом случае я выложу другой ролик, наверное, где-то часовой примерно, где практически нон-стоп будут показаны все мои мазки и
приведу уже конкретные комментарии к тому, что я делаю сейчас. Это у нас программа, скорее, более общепознавательная, и касательно и Ростова, и Медовухи, и написания, то есть более цельная программа такая. Да? Вот. А если конкретно вас заинтересует, то просто вы можете, связавшись со мной, получить по ссылке другой ролик.
я заканчиваю постепенно мастер-класс по любимому дворику и предлагаю вам совершить еще одну прогулку по Ростову, точнее, по набережной Ростова, немножко проехаться к острову Рождественскому, который я называю островом птиц, в силу того, что раньше на этом острове был городской пляж, но постепенно все забыто, все заросло травой вокруг, к нему подплыть достаточно трудно, хотя на трех корабликах это можно сделать, подойти достаточно близко. Есть еще лодки, катамараны, которые можно взять на прокат и также прокатиться. Каков в этом смысл? Во-первых, вы увидите Ростов со стороны озера, и это действительно замечательный вид, панорама этого городка, теперь уже городка. А во-вторых, вы почувствуете вот этот остров, в нем и само озеро, в этом есть своя прелесть. Я не буду комментировать всю эту прогулку и путешествие по озеру. Давайте просто послушаем музыку вечернего города, музыку этого озера, тем более, что нам поможет в этом наш любимый Иоганн Себастьян. Я тебе бабушку найду. Дряхлую. Стремились добраться до цели, до дальней земли. Мы только пытались, а птицы летели, и птицы могли. Так что остается чуть-чуть постараться, к земле без границ не плыть, а взлететь, и мы сможем добраться до острова птиц.
Итак, друзья мои, вот и закончился наш трудовой день. Ваше знакомство с Ростовом, если кто не бывал, с Ростовом Великим. Написанный этюд. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. Понравилась маленькая прогулка. Правда, много я вам показать не мог за этот день, но, тем не менее, что сумел. Погода действительно, слава богу, была хорошая. Запаспорнило только к вечеру. И, завершая рассказ о медовухе, могу сказать, что, конечно, между медом питным в дубовых бочках и медовухой в кегах лежит огромный временной интервал в половину тысячелетия. За эти долгие века напиток был практически забыт. Некий небольшой взлет был в XIX веке в связи с славянофилами. И во времена НЭПа еще, когда и появилось-то, собственно говоря, название медовуха, вульгарное название этого напитка. Но сейчас мы переживаем огромный всплеск популярности медовухи. И я ее попробую. Заслуженной популярности, потому что напиток действительно достойный. Вот. Уже часть я израсходовал на присадку, как говорил. Ну вот, попробую, что... Так, немножко побольше, чтобы сделать хотя бы один достойный глоток. Остальное я выпью позже. Пью из той самой кружки, о которой я вам уже рассказывал. Да, да. Это такой, конечно, сладкий, но очень, тем не менее, вкусный и ароматный главный напиток и очень полезный для нас с вами. Поэтому будьте в Ростове, вспоминайте о всех моих советах, продолжайте писать акварели и оставайтесь на моем канале. Подписывайтесь на канал. Всего доброго. Я уже без камеры продолжу этот напиток пробовать.